Итак, почему вы здесь сегодня? Я арт-консультант. А конкретнее? Знаменитый грабитель банков Уилли Саттон. На вопрос, почему он грабил банки, ответил: потому что там деньги. Если бы Саттон был жив, он не стал бы грабить банки. Он грабил бы богачей. Очень впечатляет. Бинго. Я не могу делать это вечно. Два дела и все. Я вне игры. Смешно. Мы с твоим отцом давние приятели. Похоже, ты пытаешься разгрести отцовский бардак. Что это? Знаешь, как работает? Дуло в другую сторону, а так хорошо. Я хочу в дело. О чем это ты? Перестань, я могу помочь. Я Маргарит. Я Карен. Элис. Повеселитесь там. Вы такая милая пара. Спасибо. Вы за мной следите? Я из ФБР. За 3 года вы украли предметов искусства на 75 миллионов долларов. Твою ж! Что вам нужно? Организатор. У меня сюрприз. Еще одно дельце, и мы квиты. А какой выбор? Выбор – умереть или нет. Супер. Ты что-то от меня скрываешь. Ты проколешься. Может, не ты, а твоя психованная подружка. Или братишка с биполяркой. Всегда есть слабое звено. Может, минута молчания? Ну и долго ты еще будешь молчать? Что?